Златогузка или золотистый шелкопряд? Бабочка из семейства волнянок. Размах крыльев примерно от 30 до 35 мм. Что больше, чем у похожей на нее желтогузки? Бабочки отличаются размерами желтой области на брюшке. У самцов брюшко на конце ржаво-красного цвета, в то время как у самок брюшко имеет более широкую коричневатую область. У некоторых особей дополнительно имеется еще желто-коричневая щетина в задней части тела. Верхняя сторона крыльев белая, без черных пятен, характерных для желтогузки. Как и все представители семейства волнянок, мужские особи златогузки имеют усики гребенчатого типа. Вид распространен во всей Европе, вплоть до центральной Швеции и юга Финляндии. Затем в юго-западном Средиземноморье, на Иберийском полуострове и на востоке до России. В Северную Америку вид был занесен примерно 100 лет назад. Самыми важными биотопами являются парки и фруктовые сады. Раньше домом златогузки были светлые лиственные смешанные леса. Период спаривания продолжается с середины июня до августа. Оплодотворенные самки откладывают яйца на нижнюю сторону листовой пластинки группами и покрывают их золотистыми волосками из брюшка для защиты от хищников. Таким образом, яйцекладки имеют вид золотистых подушечек, и поэтому птицы не могут сразу их обнаружить. Каждая кладка может содержать от 300 и более штук яиц. С сентября по июнь появляются гусеницы, которые остаются вместе еще некоторое время. Летом они вместе связывают листья крупными белыми пушистыми нитями длиной от 8 до 10 сантиметров. Гусеница длиной примерно от 35 до 40 миллиметров. Серо-черного цвета, с бело-красным рисунком и длинным волосяным покровом. Они питаются чаще лиственными деревьями, такими как дуб, вишня, слива, яблоня и груша. Гусеницы зимуют группами в зимнем гнезде. Лед бабочек наблюдается в середине июня и продолжается до августа. Отрождаются бабочки с развитыми половыми придатками. Летают в ночные и вечерние часы, особенно активно при теплой погоде. Вид предпочитает деревья и кусты в открытом ландшафте, а также фруктовые деревья в садах. Часто доходят до сплошного объедания. Таким образом, златогузка рассматривается как вредитель. Прикосновение к гусенице может вызвать сыпь на руках, возможны рубцы на коже и проблемы с дыханием. Осенние повреждения златогузки не бывают большими, так как на одной или двух ветвях сосредотачивается большое количество гусениц. Весной наоборот. Голодные гусеницы очень прожорливы, расползаются по дереву и полностью поедают не только распускающиеся, но и уже развитые листья. Сплошное объедание бывает обычным результатом их жизнедеятельности.